Здравствуйте, я Александр Новиков, и это новости экономики. Выпуск представляет инвестиционная компания «Финам». Мы все разные. Разные предпочтения и разные цели. Но способ достижения цели один. «Финам» предлагает решение для торговли на всех биржах мира. С любым уровнем капитала. «Финам» – ваш индивидуальный способ достижения цели. Практически 6 недель подряд российские биржевые индексы торгуются в очень узком диапазоне с амплитудой колебаний в пределах 1,5%. Очень многие из отчетов по российским компаниям за второй квартал разочаровали инвесторов. В частности, отчет «Газпрома», «Роснефти», «ГМК», «Алроса» и так далее. Некоторые из этих компаний имеют большой вес в российских индексах. Понятно, почему наш рынок не хочет расти. Все хорошо только у Сбербанка, но и он ближе к концу недели начал показывать слабость, и в нем, наконец, появились продавцы. За последние 6 недель российский рублевый индекс ММВБ так и не сумел закрыться выше 1960 пунктов, хотя попыток было несколько. Этот технический факт также говорит о слабости российского рынка, а значит, шансы на дальнейшее снижение пока остаются высокими. Ближайший уровень сопротивления пока прежний, на отметке 1960 пунктов, ближайший уровень поддержки 1910 пунктов. Его пробой откроет дорогу в район 1800 пунктов. Геополитика, безусловно, будет в фокусе внимания инвесторов на предстоящей неделе, особенно после отставки Стивена Бэннона с поста советника по стратегическим вопросам. Но не менее важное событие, к которому всегда приковано внимание всех инвесторов, ежегодный симпозиум в Джексон-Холл, где 24 и 25 августа соберутся главы ведущих центробанков. Не исключено, что в его рамках глава ФРС может озвучить подробности программы распродажи активов с баланса регулятора, а глава ЕЦБ Драги намекнуть на скорое повышение ставки и озвучить планы по отключению печатного станка. Любые намеки от двух мировых регуляторов могут быть восприняты крайне негативно ввиду ухудшения ситуации в экономиках этих стран. Поэтому инвесторам на предстоящей неделе не стоит увеличивать долю рисковых активов в портфелях. Удачных вам инвестиций. Официальный курс доллара, установленный Центробанком России на 22 августа, 59 рублей 14 копеек. Официальный курс евро 69 рублей 43 копейки.